Еще один репортаж, что хотелось бы снять, показать, рассказать. Не знаю, насколько видно там. Сейчас камера показывает огромное зеленое поле. Зеленое поле травы и разных труб. Это, как оказалось, мусорка. Обычная мусорка. Под этой зеленой травкой и землей закопано очень большое количество мусора. Такие консервации принято делать в Северной Америке. Самая большая консервация, она в Штатах находится. А это одна из, не знаю, больших, небольших, но, как по мне, достаточно больших. Напоминает, не знаю, как, наверное, как футбольный стадион хороших размеров. Приличный такой. Дальше идет уже новый район, красивые домики. Но это поле, оно ждет, пока этот весь мусор переработается. В нем есть специальные трубы, с помощью которых поступает воздух, чтобы быстрее перерабатывать мусор. Вот. А на заднем плане красивые горы, природа. Вот такие вот интересные здесь есть вещи.